Так, всем привет! В этом ролике мы будем крафтить топор. Он нам потом понадобится для рубки деревьев, чтобы изготовить сарай. Так вот, чтобы сделать топор, нам нужна одна ветка и один лист металла. Лист металла можно скрафтить с металлического стержня. А металлический стержень крафтится из одного металлолома. Так, заходим в Discovery, как правильно. Берем, ложим сюда металлолом, scrap metal, изучаем. Получился какой-то металл. Сразу уголок какой-то железный. Это металлический кронштейн. Сейчас получился металл шарт. Еще один металлолом. А, это уже получился металлический фрагмент. Все ясно. Но нам нужно... Ха, странно. Возможно, малое количество. Или мы уже его изучили? Да, он уже у нас изучен. Вот он. Металл бар. Это металлический стержень. Мы его крафтим, значит. Ага, чтобы его скрафтить, нам нужно какое-то рабочее место. Все ясно. Значит так, тут получилась маленькая несостыковка в рецепте. Нам для топора не нужен лист металла. Вполне достаточно металлолома. Мы заходим в Discovery, берем металлолом, доску и там, точнее, не доска нужна была, а вот стик. Чуть-чуть отдалились от темы, сейчас мы скрафтим топор. Заходим в крафт. Ищем здесь топор. Вот он. Самодельный топор. Можем даже 5 делать. Нажимаем крафт. И вот, собственно говоря, у нас есть топор. Он у нас вот здесь вот. Топор готов. Может служить как оружие и, по идее, должен служить добычей досок. Ну вот, собственно говоря, падает вот такая вот вещь в удлу. Всем пока!